Всем привет! Я набрала огурчики у себя в огороде. Вот разные здесь есть, маленькие есть побольше. Помыла, значит, листики вишни, хрена, укроп. И у меня вот тут упали листья от смородины. Вот. Я приготовила баночки. Мы покупали, значит, огурчики соленые в ленте. Вот такие вот. И мне очень понравились банки. Они вот такие специально, наверное, для огурчиков. Вот они такие вот вытянутые, не круглые. В общем, я уже одну партию делала, мы скушали, мне очень понравилось. Рецепт я взяла на чем в интернете. Вот, и я, в общем, сделала 3 баллона. Вот у меня 2 суток они простояли в рассоле. Теперь, иначе, я слила рассол, закипятила и, в общем, залила горячим. И они еще вот горячие у меня. Вот когда они остынут, я хочу их спустить в погреб. Ну, я одну баночку, наверное, оставлю, чтобы кушать. А остальные я спущу в погреб. Хочу 2 баночки спустить. И, в общем, сейчас я заложу сюда огурчики. Вот, и, в общем, маленькие вот сюда вот такие буду складывать, вот, и, в общем, который побольше, я, наверное, возьму баллон. Ну, вот я уже 3 баночки уложила, вот такие вот у меня получились, вот, а здесь вот большие. И вот сейчас вот так вот я укладываю их, вот они поперек, вот такие баночки очень мне понравились, я хочу еще такие приобрести, вот, в общем, огурчики большие уже, надо было поменьше сорвать, подросли, там есть у меня маленькие огурчики, но я почему-то их не очень люблю, когда они маленькие, я вот большие как-то больше люблю. Ну все, и вот здесь у меня вот остались вот такие вот огурцы. Уже они сюда, наверное, не полезут. Я сейчас, наверное, пойду сорву 1 или 2 маленьких, которые вот сюда вот я помещу. Сейчас пойду и сюда вот еще. Ну, в общем, огурчика 4 манюсеньких вот таких сейчас пойду сорву. Вот, и вот сюда, наверное, вот у меня осталась вот зелень. И я сейчас помою баллон, и у меня вот эти огурцы все уйдут в баллон. В общем, вот тазик огурчиков. У меня получилось вот 4 баночки полуторалитровые. И будет еще 1 баллон с огурчиками. У меня, значит, 1 литр воды. Вода из-под крана, холодная. В общем, соль. И, значит, мерка. Здесь, значит, вот так я отметила. Здесь, значит, 50 грамм соли. 50 мы взвешивали на весах. Я вот так отметила, чтобы мне... Я ложками не меряю. В общем, вот эти 50 грамм соли я размешиваю ложкой. Вот так. И выливаю в баллон. Вот сейчас я, значит, вылью это содержимое в банку. Немножко разлила, но ничего страшного. Вот. Не знаешь, куда смотреть. Вот. В общем, немножко осталось соли. Но я думаю, что ничего страшного. В общем, вот я приготовила баночки. Я их залью рассолом. И просто накрою крышечкой. Оставлю на 2 суток. Они у меня будут стоять 2 суток. Потом я, значит, солью с каждой баночки рассол, прокипячу и заново залью. Потом закручу крышечки. Здесь просто капроновые крышечки закрою. И спущу в погреб. У нас есть погреб. Я туда их спущу, и они у меня там будут стоять. Я уже вот такие баночки делала. Мы скушали. Они у меня стояли в холодильнике. Я их прокипятила. Когда они остыли, я поставила в холодильник. Вот. И, в общем, нам очень понравилось. Мы вот все баночки скушали. О, огурчики с баночками. Из баночек. Вот. Ну вот я залила огурчики. Вот так накрыла. Сейчас вторую ночку уберу. Вот.
крышечка просто накрыта, и все. Вот я залила, просто накрываю, и на двое суток. Через двое суток я солью, прокипячу и залью. Вот и все.